Так, Мария, ну ты веришь в мечту? Веришь? 12 августа какое желание загадала? Ноутбук. Ноутбук. Вот сегодня общественно-культурный центр и предприниматель аквапарка дарит тебе этот ноутбук. Твое желание сбылось. Я ее открываю. Мы вытаскиваем. Более 60 писем, что хотят дети. Самое главное, здесь уже представлены призы. Полная энциклопедия «Фантастические существа». То есть это вот книга, которая у нас есть. Вот ему хочется эту книгу, он мечтал. И мы сегодня исполняем его мечту и подарим ему эту замечательную книгу. Сегодня мы тебе вручаем книгу, которую ты хотел. Держи. Спасибо большое. Так. Девочка очень пожелала канарейку. Мы объездили в городе все магазины. Мы не можем найти эту канарейку. Поэтому мы заказали, нам ее пришлют. И немножко позже мы вручим еще и канарейку.